Я его повредил. Ебать его копать. Новая ячейка. Сука, опять на кошмаре. Ебать его копытом. Честное слово, больше боли я не видел. Бля, мне надо настройки. Да ну и виси, похер на тебе, 19. Дотянул. Тут тоже 20. Они самые. Да, я понял, друг. Блядь. Все, сука, заново. Ты будешь еще хуже. Пукана взрывательство опять. Уничтожишь всех. Ну типа окей, давай, сила Халка! Ну да. Аллах бабах! У него там в голове краска что ли была? Сатанинский круг и пистолет, как это мило! Бля, че его так колбасит? Пистолет в смысле? Так, момент, че это за херня тут на экране? Что-то такое, походу, не работает у меня. Кое-что. То есть работает. А тут? Долго статус проверяешь, что ли? Очень долго. Тут тоже я. Правильно понял? Все работает? Теперь да. Теперь да. Брысь, животное. Блять, кошка. Ладно, надеюсь, теперь все. Сейчас. Я быстренько все исправлю. Да, поехали. Тоже готов, боец. Давай. Все, наверное. Я вообще ни в чем не уверен. Я уверен только в том, что игра, сука, совсем заебала меня. Это у нее тело такое, или она в костюме? Типа она робот? Нет. Позвоночник, экзоскелет. Слишком худая. Мы обязаны его сдержать. Бля, они молились на меня, шикарно. Да похуй, молитесь дальше, открывай мне ее. Так, FPS, ты знаешь что? У нас плохие графические настройки, вот что. Ненавижу этот оконный режим. А чё я в шлеме себя-то не вижу, а? Какого хера? Где мой ебальце там, милая? Везде наебалово. Везде. Всё, блядь, заново. Ну, хер с ним, я смогу теперь пройти все испытания и открыть больше улучшений во славу сатаны, конечно же.
Определить причину демонического вторжения. Да ладно, просто для себя. Связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Каким Воспресс? Аспресс? Что? Эспресс? Кто? Ладно, без разницы, быстрее. Мне эпилепсия сейчас будет. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Уже начинается, как тебя выключить? Мы можем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Эхе, кто такая обоюдная выгода? Все? Ой, кишочки. Милый глазик у скелета был. Да-да. Я, кажется, что-то пропустил, нет? Блять, успокойся. Не, мне показалось, дробаш лежит. Ну нет, так нет. Где тогда дробаш? А, вот, отдавай с руками. Да, да, хороший, красивый дробовик, я бы его так и облизал. Привет, поебака. Да, да, да. Нахуй. Небезопасный уровень демонического присутствия. Я точно на кошмаре играю, опять же вопрос. Блять, я уже не в первый раз этот вопрос задаю. Воу, хо-хоу. Я вот что вспомнил. Нет! Вот что вспомнил. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Блин, испытание недоступно. Вот оно что. А где стреляки? Где гранат? Бля, гранат нету. Тут вообще что-то всегда FPS низкий. На тебе культявкой. А! Блять, еще кто-то им сзади коцнул. А теперь кто-то вообще завалил. ФПС, вернись, я все прощу. Мы будем лучшими друзьями. Не в этом мире. Сука, не в этом. Пока бипезда не образумится насчет АМД, мы не будем с тобой друзьями. Как тебе открыть? Блять, ой, у меня настройки-то работают. Да, да, я знаю, поебака с крыши подака. А, как страшно, падаю, Иисусе. Опа! Блять, он не встал с этого. Я думал, встанет. Да, да, а чё я сразу так не сделал? Ебался там, короче. И все сразу стало херово. Где эта ебака? Вот она. Бам! Бам! Без ноги. Броня. Ей. Блять. Какого хера? Как? Во имя чего? Сука, во имя ФПСа всего Всевышнего. Что не так? Блять, все не так. Все будет. Животное, блядь. Брысь. Ты что-то наглеешь. До свидания. Все, вперед. Где? Что? Да. Да, 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 поехали, открывайся. Почему сразу не открылся? Ух, ФПС вернулся. Да, да, по стандартам, бабах. Что? Ладно. Начинается блокировка. Ой. Ух ты, они еще на месте ходили. Замечательно.
Блять! Что это было? Бля-ха-ха-ха! Как вы? Меня заебали. Да-да, давай, пососай-ка мне. Хорошо-то как. Что-то проблем столько стало. А раньше так легко проходил это место. Ну как легко? Все-таки отсутствие гранат делает свое дело. Нет! Блин, хотел добить. Давай. Побежал. Вот тебе. Уебан. Ой! Блять! Идите нахуй! Блять, да... Че их так много-то стало? Ёбаная игра. Как ты вообще мог файл повредиться? Я бы понял, если бы я начал второй уровень заново. Ну, сука, игру сначала. Это ебанство какое-то. Надо было сначала узнать, нужно ли его восстановить. Хотя какой там, бля, он в облаке хранится где-то. Какое там восстановление? Да, да, по стандартам. Вот сейчас вот тут один уебан встанет, должен. Ты где? Нет? Они снайперастыми стали. Мне такого не это мастерство не достичь. Работай, негр. Да, да, красавица, я тоже тебя люблю. Безопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Вспрыжка! Бах! Бежим! А! Пойду отсюда, короче. Бах. Есть. Бах. Есть. Пиздец. Укатило. Все неплохо шло. Как я в первый раз это прошел? Что за неведомая сила помогала мне и толкала? Может, из-за этой неведомой силы у меня сегодня задница болит? Бля, почему она у меня болит? Так больно сидеть на булках? Я их что, отсидел? Быть такого не может? Или может? Бля, вот уж не знаю, но больно. Безопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Науп. Блокировку не захотели. Умри. Так надо, не спрашивай, без вопросов. Я тоже тебя люблю. Блять, это граната что ли была? Демонического присутствия. Начинается блокировка. Да. Блять. Что это было? Это ты так сейчас сделал, нет? Бля, долго залазит, очень долго.
Небезопасный уровень демонического присутствия. Все, последний. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Ты знаешь, чего мне это стоило? Ты мне должна все возмещать здесь, женщина. Все до единого. Тут вроде где-то большой щит был, не? Или я ошибаюсь? Большой щит, скорее. Ох, хпшек я больше не вижу. А, не вижу. 15 любимых хпшек. Идите сюда. Спасибо. Пожалуйста. Нельзя дать. Да срать на тебя. Да, да, я уже покинул. Выпустите меня. Все разрушить. Это ж хорошо. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, да. Да, все вышло из-под контроля. В районе номер 9 примерно так же говорили. Какие причины для такого риска? Пепезда! Да-да-да-да-да, я понял. Ну, музон заебись прям, качает! Не. Ну и вот все эти уебаны попрыгали. Я сейчас сразу себе игру облегчу чуть-чуть. Пиу. Пиу. Чё? Пиу. 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 Вон там малец, не? Один последний, я спущусь, честное слово. Пионерская, хоть я и не пионер. Ого, что это сейчас упало? Бочкой. Ниху-ху. Пиу. Спалился. Нет! Ебать, они меня пугают до усрачки просто. Блять, вот это было нехорошо. Двадцаточка? Рили? Чё за щедрость? Не видел их масштабов. Походу бочка. Блять, мало хп, я понял, понял. Бежать. Бежать не оглядываясь. Хп, патроны. Больше хп. Фаерболы хер знает откуда. Привет, уёба. Блять, он меня задел? Последний? Нет. Где-то тут еще. Вот он. Последний. Блять! Вот очень больно было. Последний. Где-то секретки есть, интересно? Не очень надо. Че это за куб такой? Такое чувство, что я сюда еще вернусь. К этому кубику-рубику.
гигантскому кубику Рубика. Потрошки. 8. Одну проебал. Потрошку. Есть такое слово? Потрошка. Наверное. Да, теперь есть. О! Блять, содовая! Я думал, броня. Убила все. Ладно. До сих пор... нет, пресид. Капслок. Капслок такой же, капслок. Секрета 3. Элитная стража. Полевые дроны. Полевые дроны. Элитную стражу я не видел. Но я хочу ее найти. И секреточки хочу все найти. Одна я знаю, где. Вот она. Да-да-да, пошли, все, пошли. Допустите меня. Все, найден секрет. Гранатки! То, что доктор прописал. Я могу туда наверх залезть? Возможно, ну отсюда ближе будет. Блять. Извиняй. Блять. У меня была полная хпшка. Ты чё творишь, Ирод? Ну да, пососай-ка у меня напоследок, пока я ещё в сознании. Он даже не орёт ведь. Его убивают, а он не орёт. Типа, все норм, продолжай свои грязные делишки, мне в кайф. Хочу сюда! Бля, оно работает? Ну, в смысле, хотение. Бля, я не хотел туда. Бэм! Тип круто и все дела, но... Наверное, не тут. Блять, козлина. Что это вообще за место? Без понятия, но тут есть вот это вот. Сканер местности? Его еще тут можно найти? Нехихел! Я вот только в этой нашел. В первой локе. Недоступно, секреты один. Есть фонарик? Пожалуйста. Ну и не надо, блядь. Во! Вот она наша малюточка. Да, помню, жетоны для улучшения брони. Ну, заебись. Это я нашел. Гранатки у меня есть. Пойду обратно. Ха. Ма! Что? Мало боеприпасов. Буду надеяться, патрошки там есть. Где-нибудь. Ну, пистолет всегда бесконечен. Это
Ты чё, потрошки? Блять. Бам. Девяточка. Патронов нету. Лады. Тут тоже есть броня. Ну и блин. Зачем поднимался опять? Вот что есть. И вот что есть. Хоп. 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 Еще один. Блять, или не один. Хоп. Где рубильник? Нет. Явно нет. Нет! Это что было? Я думал, меня сейчас дует херам отсюда. Нужен рубильник от двери. Я знаю, он где-то тут, наверное. Правда ведь? Где-то тут. Рубильник. Так, вот тут я не был, я не помню, вернее, чтобы я туда прыгал. Бля, рубильник я все еще не вижу. Ладно, я быстренько гляну. Steam отображается. Ой. Только одну эту секреточку и все. Да-да-да, нашел. Нашел. Ага. Чего? Да ну вашу нахуй карту. Я ни хера не вижу. Это где вообще? Блять, это типа там где-то? А это вообще та дверь? Вот чё, в чём вопрос? Ну да, вот он. Вроде то. Вот он, вижу. Пиздец, короче. Тяни, силач, тяни! Да, вторая секреточка. Короче, херня. Ага, я тоже нереально рад. Еще что-то? Не, он сгорел. Вау, круто.
Ладно, теперь все. У нас мало боеприпасов. Так, я знаю, как снизу попасть, а сверху. Вот это у нас что? А, выход к роботу. О, микрограната. Да. Я себя, конечно, взорву еще раз десяток. Но норм. Только жизни надо мне. Нету? 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 Броня? Патроны? Что-нибудь? Хер с вами. Что-то есть. Да тут целые залежи прям всякого добра. Ты что, доктор приписал? Куда я полетел? Прописал. Вот теперь можно и сражаться. Да? Ну ладно. Бля, как так-то? Оп! Блять, броню сняли. Как? Когда? За что? Блять! Еще один? Нет. Тут кто-то другой. Блять, уебашки. О, жив. Жизни нужны очень, очень, очень. Блять, нет, там ничего хорошего, я это помню. Ну ладно. Так, сюда. О, могу. Но это не надо. Выше могу. Прям вот дышаться стало легче. И уже не выглядит все таким мрачным. А, не, выглядит. Блядь. Угу. Угу. Ты, блядь. Чё за ханукины? Хватит это терпеть. Блять. Ай, козлина. Вы все? Не, там это стреляка. Ебать как. Я его что, убил? На таком-то расстоянии. Я понял. Теперь умер. Пиу. Умер. Кто-нибудь еще? Походу я. Давай залази. Тут ничего. Там броню взял. А, разоритель всего, блин.
Блять, патрошек нету. Патрошки есть. Я вспомнил про это место. Еще есть гранаты. Пиздец. Ебать, меня тут штырит сейчас. Я не ожидал, что отстрелюсь от всей этой поебени. Отстрелился ведь? Блять, нет. Не. Но я знаю, куда мне идти. Чтобы полутать жизней. Или отстрелился? Вроде, блять, я их слышу еще. Я не уверен. Блять, как бабахнуло. Аж самому сыкорно. Чё? Куда? Ладно. Еще кто-то, что ли? Я не хочу. Вроде еще где-то бронь должна лежать. Но я знаю бы про этот секрет, но где-то еще. Какие тут испытания? Элитная стража. Элитная стража, правда? Это вон те, что ли, внутри, которые были? Неважно. Сорок девять, 93. 20 патронов. Можно валить. Приветствуем, Буапа. 221 день без несчастных случаев. Нахер иди. Я ваш несчастный случай. Как ебашит музыка, а? Ту-ту-ту-ту. Бля, я устал уже от этого перепрохождения. Знаю своего врага. Я знаю всех своих вражин. Здравствуйте, я Вега. Здравствуйте. Искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания. Какой ты нудный, Вега. Система снаряжения, сканер местности, сопротивляемость, увеличить сопротивление урона взрывов. Вот это, наверное, круто.
Бля, ну одну тогда пока сюда. Или нет? Компас пульсирует. Вот это даже круто. Угу. Так, и для оружки есть у меня кое-что. Больше не тратит время. Микрогранаты увеличивают радиус взрыва. Что? Почему такая дорогая стала? Блять, все дорогое стало. Охуеть. А потом сколько? 6 запросит? Пистолет, блядь. Не, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Да, да, я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Разведайте обстановку. Основное энергоснабжение отключено. Так, моментус. Да. Так. Вкус смерти в разнообразии, зверски убейте 5 разными способами. Так, вот выстрелами дробовика надо убить. Блять. Оп. Из 5, я понял, но это еще будет время. Теперь ты это вот вас я двоих и убью. Идите сюда, цыпа. Так, как бы вас выманить одновременно, чтоб выстрелить? Вот так вот. Нет, блять, сука, иди сюда, блять. Ладно, убивай меня, сука. Убивай. Нет, стоп, не убивай. Бля, да уже поздно, убивай. Засос. Спасибо, а пососайку? Давай пососайку. Ох, хорош. Блядь. Ебаться еще с получением убийства этого двойного. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Блять! В него вошел! Блять, уебанок! Есть, одно прошел. Да, вот здорово, очко. Больше очкочков. Давайте все сделаем быстро, а, пацаны? Я просто не хочу с вами ебаться долго. Да, давай. Вот. Блять, идеально было, ты че так бьешь-то, а? Есть, вот, ну вместе же были. Чё вы как не родные, обнимитесь. Ты где? Во, вот он. Блять, карусель. Хоп. Почти. Двери заблокированы. Блять, ну извини. Тут еще двое. Блять, я не могу убить их вдвоем. Сука, убей меня тогда. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Чем раньше, тем лучше.
Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Нау! Блять, кто там еще? Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Так, два красавца надо. Два красавца, два красавца. Убить двоих с выстрела. Блять. Основное снаряжение отключено. Двери заблокированы. Подожди, братишку. Где я вообще? Нет, не выходи, братишку. Блять. Как тут громко-то. Слышал, знаю. Ого, он бочку пинает, футболист. Во-во-во, вместе. Какого хера ты умер? То есть он умер, а ты нет. Основное энергоснабжение отключено. Блять, почему это так сложно? Двоих с выстрела. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Бля, вот теперь лучше. Двоих, да все равно мы должны убить. Вот, сейчас... Их будет вообще тут пати. Групповушку можно устроить. Подожди, братюнь. Братюни. Братюнь. Вот интересно, я два хеда смогу поставить одновременно? Что-то маловероятно, я думаю. Ну в обнимочку, ну хватит ходить как алкаши. Раз. Эй, ты мне мог помочь. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Да, да, побыстрее. Где тут еще один? Вот он. Все? Он вроде все. Знаю, сделаю себе хуже, но попробую. В обнимочку хватит. Давайте. Ты друг, я друг, мы криминальный круг. Ты друг, я друг, мы криминальный круг, блять. Я это сделал, уёбок.
Я это сделал. Есть. Сейчас быренько, быренько. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Хорошо, хорошо. Че, все? Все. Сюда. Типа, ладно. Подача энергии восстановлена. Ну, заебискус, короче. Да, особенно да. Особенно сейчас. Я это столько раз слышал, что меня тошнит. В вашей жизни, в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал ВАП. Демон. Все это правда. Друзья мои. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни могут догонять. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал ВАП. Где мы? Все плохо. Пил. Сюда-то они не залезут. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Сука. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Слышал, знаю, блядь. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это промахнулся. Правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Попал? Вы воссядете вроде, да? Рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают... Для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Now! Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. Блядь, размен прошел. Мире. Не люблю размен, эти честно. Слухи. Человеческие жертвы. Портал ВАП. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Now! Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Ей! Все эти слухи. Человеческие жертвы. Тут все? Нет, тут вот еще один должен быть. Нет? Демоны. Ладно. Все это правда. Друзья мои. Заряженный пистолет. Блять, ладно. Стоп. Идеально. Сука. Ох. Блять. Все заново. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал ВАП. Ну тебя нахер. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Отдайте вы уже мне. Вы воссядете рядом с ними, сука. Так же, как я. В новом мире, который они создают... Для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все хотел бы залезть, честно, и дать ему пиздюли вручную, но нет. Демоны. А вот это да. Это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом. Нахуй так жить! В новом мире, который они создают
Да заткнись ты уже. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Блять, задел. Че с ним? Демоны. Сука, очнулся. Всё о! Правда. Друзья мои, будьте благодарны. Успел. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. Почему? В новом мире, который они создали для нас. Что за херня? Он не хватается. Я раньше без проблем запрыгивал. Я верю в честность. Меня начинает злить. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Успел? Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние всю броню снес. Жизни в этом мире. Все эти слухи. Итак. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Да, конечно. Я понял. Гранаты! Ебать их капустой! У меня же гранаты есть. Я верю в честность. Нет, я упал. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают. Блять, он меня задел еще. Прямо. Говна кусок. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Вот он. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете пиздец. Рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Хватит. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Про свою честность. Все эти слухи. Все лгут. Да ну нахуй, ну чё за криворукий пидо...
Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. Ух ты! Это собирать можно, это броня, оказывается, не знал. Потрошки не берутся. Кровь? Нет. Ладно, круто, я не знал, что можно собирать это все. Все? Тут, походу, все. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Блять. О, горячо. Ты, блядь, спадешь оттуда, наконец. Какой это хера, патроны кончились? Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. О! Быстро, четко. Кажется, я обделался чуть-чуть. Капельку. Но об этом мне не... Так, вот туда, как теперь? Никак, не хочу броньку взять. О! Здесь вас. Мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год мы отбираем лучших из лучших. Хотите роста? Стремиться к великим целям? Достичь высот, о которых вы мечтали? Узнайте у руководителя, подходите ли вы для... Альт, во, точно альт. Альт.
Блять, сам себя задел. Да это меня собственно и убило. Разгадать тайну. Блять, на дробаш патронов сразу нету. Да, точно, там же в комнате еще есть пачечка. Вон пачка жизней. Пачка гранаток. Ну. Вот, гранатки полные, что ли? Так, и тут взрывающего ебана я не увидел. Вот он. Вот так вот. Блять, не успел. Ладно. Да я понял, точно. Блять, пекать придется сидеть туда-сюда. Тречка, не, я их лучше покоплю. Оружие хорошее, но качать нечего. Блять. Что-то я думал, мне сейчас, блядь, нададут этих патронов, нихуя. Да, хер на тебя, давай сюда. О, два. Так, не проебать, не проебаться, как в прошлый раз только. Где бронь? Дальше. Дальше, кажется, дальше. Так, наступает момент, до которого я не доходил. Тут я уже не был. Блять! Опять что ли? Я, блядь, догадываюсь, где я сейчас буду. Блядь, естественно. Охуеть просто, сколько мне сейчас заново бежать. Здесь плохо. Мы гордимся на... На, блядь, вдогонку еще и гранату. Мансанул, ага. Вот если бы этот уебан работал лучше, который взрывается, то я мог бы там всех убить. Как это, сука, халтурит, оно так и получается. Здесь плохо, мы гордимся. Нахуй тебя. Блять, иди сюда, малец.
подлечиться надо обязательно. Все. Ага, понял. А, это поршень? Я думал, клиф такой реагирует на меня. Блять, самое херовое, я не знаю, где точка сохранения. Свет, я там был? Да, я там был. Гранатки, топливо. Взять ничего нельзя. Стоп, чё? А, топливо. Блять. Небезопасный уровень демонического. Да ну, блядь. Точно? Точно, блядь? Начинается бойня! Бойня, блядь! Тут пройду еще. Блять! Пиздец! Ага. Сам охуел. Жизни! Оно там скоро кончится, я уже заебался. Блять, они прыгают еще туда-сюда. Встанешь тебе, пиздец. Промахнешься, тебе пиздец. Я столько уже накосил. К ногам прям. Охуеть. Я это сделал. Блять, как булкам-то больно. Ох, как я засиделся. Фух. Как туда попасть? Неважно. Блять, последний герой. А, это. Ладно, гранатки. Куда идти-то я знаю. Ну, секретики хочу понаходить. Оттуда я спрыгнул. А если... Не. Ладно. Еще выше можно.
Но я плохо попробовал, может еще раз. Так, ну вообще туда надо. Ну да. Че, костюм гидравлический? Он урон не получает по ногам, когда прыгает. Уху-ху-ху-ху. Бочка, стой на месте, блядь. Блядь, я думал, пора бояться уже. Кстати, а что мне тут на карте показано? Туда мне надо, что ли? А где я тут? Я вот он. Броня. А это что? Эхо. Это карта. Блять. Элитная стража. Повыше, я понял. То есть сюда. Так, жизни и какая-то записочка. Журнал данных. Бля, карта удобная вещь. Где я тут? Как? Я понял. Ага, выше еще. Вот, элитная стража выше. И ниже на уровень есть. Блять, я не понимаю, если честно. Лифт, короче. Элитную стражу я перепрыгнул. Надо вот сюда обратно, да? Элитная стража. Так, вот подъем. Как мне показано было, проходишь дальше. Прямо элитная стража. Прямо это, то есть. Зря. Там элитная стража, короче, я понял. Ля, да ну. Кто-то меня сейчас выбесит. Игра, блядь. Лифт заблокирован. Ну вот ваша элитная стража. Я прав? Как? Что? Она, блядь, ниже. Ну, короче, да. Она где-то там через стеночку. Короче, тут пиздец приколов всяких секретных. Я не глянул, патрошек там, наверное, и нету. Я все жадно собирал. Че это висит робот, блядь? Иди вон. Теперь давай. Блин, одна пушка, шмальный огонь. Шквальный. Отменно. А если не хочу? Так, для
Так себе, ну... Дариному коню зубы не смотрят, правда? Правда. Я тут. Впереди меня же... Так, вот. Как-то так, да. Что-то мне подсказывает. Ну, там ничего нет в той стороне, не видно. Секреток. Я подумал по этой балке пробежаться. Да он живой, как пить дать. А? Фу! Он еще и выжил. Давайте просто останемся друзьями. А это была элитная стража? Я не заметил. Нет. Она где-то там. Секреток сколько, кстати? Две из трех все еще. Оп! Блядь! Пропустил. Не заметил его. Доступ предоставлен. Ну про этого ебана я знаю, он отсюда и вышел. Добро пожаловать в марсианский комплекс Оака. Он расположен на обширной равнине Элла, низменности ударного происхождения. Этот высокотехнологичный добывающий исследовательский комплекс каждый день раздвигает границы представимого. Ваша лояльность нечто большее, чем преданность Оака. Это преданность будущему человечеству. Благодарим вас за службу. Так, здорово. Отдай. Отдай, блядь. Вот штурмовая винтовка. Ее бы я улучшил. Бля, наверное, зря я это сделал. Где тут улучшение? Улучшение. Во. Я не улучшал? А, это для этой. А как для... Пистолет. Закрыто и закрыто. А, вот, ясно, понятно. Ясно. Я перезарядиться хотел. Чё-то вот мне не дает покоя секретки, которые тут где-то есть, но которых где-то нету. До свидания. Где мне красный ключ карту взять? А, да. Блять! Чё за херня?
все, не все? Блять. Кончилось как-то не вовремя. Я еще хотел. Но было охуенно. Да? Малютка моя. Да. Винтовка ничего, здравая такая. Если бы я еще не был косым. У меня винтовка очень шустрая. О, жизнь, блядь. Я их не узнал. Думал, что за херня лежит. Отличный кадр. Не на моих, конечно, настройках графики. Нет, я не хотел сюда, я хотел вот сюда. Теперь, конечно, сюда. И вниз заглянуть. Ничего не упустил тут. Так, пойдем теперь на секретки. Где они могут быть? Где ты тут только что броню видел? Нет разве? Бензопил полно. Интересно, я в режиме берсерка мог бензопилу достать? Пиздец, всем бы был тогда. О, туда как-то надо попасть. Это можно сделать довольно херовым способом. Если вообще можно. Так. Сука, меня не пускают. Одну секреточку, ну уж. Дай мне, игра, одну секретку. Всего лишь одну. Чё? Почему? Вот так вот. Это не она ли? Нет, это не она ли. Ну ничего так. А может и она. Так, вот теперь вот. Вот сюда не. Нельзя. Походу. Да. Так, чё там? Ой, как туда попасть? Для меня никак, для меня путь закрыт везде. Давайте, ветры, несите меня! Оно так не работает, не? Жалко. И все-таки я посмотрю вот это вот. Блять, а ведь так близко и так далеко одновременно. Кстати, насчет близости. А, нельзя туда. Точно нельзя? Точно нельзя. Ну так вот, что насчет близости. Ничего. Это чё? Изи проход сверху, что ли? А как насчет не на изи? Вижу бронь. Но до туда еще хер доберешься. Я сюда с трудом попал. Сюда уже не лезет. Баллон. Тоже ничего. Так, вот.
Но это все равно ничего мне не дает. Опа. Это какого хера сейчас было? Что мне игра только что сказала? Какой, блядь, режим разработчика? Ой, блядь. Ну-ка, зайди еще раз. Ебать, если мне еще все заново проходить, нахуй эту игру. Не знаю, никогда я заебался число. Режим разработчик. Сука, они мне плачут ачивки еще. Как его теперь выключить? А, ну да, синхронизация обычно. И про нее забыл совсем. Да, бипёзда. Ух, если мне сейчас скажешь, что включен режим разработчика. Как вообще понять, что это за режим? Я же его не включил. Он сам. Число. Я вообще крашнулся.